Всем привет, меня зовут Алексей Халецкий, а это значит, что вы на канале Лёша Играет смотрите продолжение партии за Португалию в Sid Meier's Civilization 6 в ФФАшечке на десятерых. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества, большое спасибо им за поддержку. Всем вам приятного продолжения просмотра и слава Украине! На английском, кстати, цифра. На английском языке. У меня. Ну вон, везе увидишь город. Это да. Вот видишь там буквы V и Z. Это не я писал, это вот Губер там назначенный нет. Кем? Нету Z, серьезно? S. Черт. Спалился. У меня этот Z радар. Так, я думаю, роборок-пылесос как бы выкинуть или перекрасить. Там сверху буквочка. Так, Пингала еще возвращается. Сколько у нас термоядов еще раз? Два. И плюс по одному за каждое, за каждую столицу, которую ты захватил. Понял. Блин, я, конечно, этого случайно купил. А, блин, я ж открыл вообще... Вот эти надо обработать. С другой стороны, без лян покупать рабочего... Ладно, надо все равно купить, потому что это электричество. У меня с электричеством проблема. Конечно, под вулкан ставить очень опасно. Давайте я вот сюда лучше поставлю. Вот дался я вам обоим, а? Надо вам надо до меня докопаться. О, Леша, космопорт построил. Да. Стопайте, стопайте. Это мне ГГшка попросила. А, стоп, это из пятой цивы. Я, короче, ГГшка из пятой цивы попросила космопорт построить. Ну, тоже вариант. Венгар, ты лучше скажи мне, что мы дальше делаем. Заключаем союз, потому что мы двое против их. Против всего мира. Против всего мира. А ты с Ацтеком справишься? Тяжело сказать, но я попробую. Окей. Так, один ход до ракет. Я подожду ракетный крейсер, надо ракетный крейсер устроить. У нас две коалиции. Так это так обычно на континентах всегда. Нет, одна наша. Ой, вот это я. Сишки закончились. Надо было. Как бы есть мнение тогда, что кому-то надо поднастроить флота немножечко. Или подкупить. Забавно. И мы тут с персами между двумя коалициями сидим. Че, дед, ты в нашей коалиции, че ты? Нет, он не в нашей коалиции, он против нашей коалиции. Почему он против нашей? Он мой союзник. Он конкретно против меня. Хорошо.
А я не согласен с тобой в коалиции, если дед против меня. Подожди, а почему дед против тебя? Потому что он приезжает, он грабит мои города. Что он делает? Что делает? Грабит мои города. А вы что, с ним в войне? Грабит. В войне. Ничего себе, я и не знал. Не, ты, ну ты понимаешь, с другой стороны, Ацтек, у меня караваны именно к деду самые крутые бегают, а не к тебе. Не, ну прекрасно, просто у тебя... Можешь заключать коалицию с это, но то только союз закончится, я приду тебе что-нибудь ломать. Ну, я как бы уже не выиграю тогда, потому что если у меня с тобой коалиции нету, меня будут гасить. Ну так тогда... может ты что-то дашь деду, чтобы он не грабил твои города, и он... Дед, если бы что-то от меня хотел, я думал, сначала бы предложил мне это взять. Дай мне... Блин, душные вы. О, 200 монет и все, видишь? Ты перестанешь грабить мои города? Я перестану грабить твои города. А, ну ты как бы вот так вот считаешь, что это ты сейчас правильно поступил, да? Ну, будем продолжать, если хочешь. Нет, а ты сейчас, подожди, мы с тобой переговоры, я твоего юнита ни одного не проатаковал. Никакого. Можешь проатаковать. Все? Нет. Дальше договариваться будем. Договориться мы будем после того, как что-то утонет. Что-то утонет. Ладно. Здравый смысл, когда утонет, хорошо, тогда будем договариваться. Ну ты мог как бы пожертвовать этим юнитом, когда я тебе сказал, что не надо этого делать. Не-не-не, я сделал, ты же сказал, что не надо этого делать. Нет, ты, типа, я с тобой переговоры, мы с тобой обсуждали, что, типа, давай в коалиции против Англии и этого, и Матьяша. А ты начал мои юниты убивать. Я говорю, ну, типа, мы что-то будем дальше переговаривать, как хорошо, я убью твой один юнит, потом еще один мой юнит убивает. Давай на следующий год прекратим войну и будем договариваться. Хорошо, еще один твой юнит умирает, и мы договариваемся. Мне вот эта вот подлодка, а вот этот вот крейсер. Кто там броненосится. А в чем идея? Вот смотри, хорошо, объясни мне, что тебе даст, что умрет еще один юнит норвежца? Он убил моего юнита. Если ты хочешь сделать коалицию с ним против норвежца и англичанина, может, чтобы он... Ой, против венгра и англичанина. Может, надо, чтобы у норвежца было больше юнитов? Вот-вот. Я то в этом же. Ну, может быть, и надо, чтобы у ацтека было больше юнитов, если мы коалицию сделаем. Ну он, хорошо, он тебе убил, он был неправ, что он тебе убил юнит, но ты не хочешь договариваться, что еще убить. Подожди, так, ты не хочешь договариваться, у тебя 1400 военки, у меня 800, ты хочешь мне брать военку мою? Все. Я сегодня уже поспорил по этому поводу, я согласен, я не буду твои юниты убивать. Со следующих ходами, все. Хорошо, да. Вопрос исчерпан. Я просто пытался как бы остановить вас, потому что не надо дальше эти темы развивать. Я сегодня уже на эту тему спорил с другими людьми, не надо, все. Я не буду твои юниты убивать, мы заключаем мир. Слушай, ты спорил с другими людьми, ты с нами не спорил еще, давай поспорим. Нет, не надо, как бы вот это, Леша, пожалуйста, это плохо кончится. Я типа себя знаю, это не надо. На этом я ее предлагаю тему эту закрыть. Слушай, ну мы тебя не знаем, надо выяснить, что там произойдет. Леша, у меня точно такая же позиция, что надо выяснить, просто она как бы вовремя не останавливается, вот это надо выяснить. До Талова идет, когда уже всех все бесит, когда уже все не хотят, а я давай выяснять дальше. Ты же хотел? Давай. Все, я признаю, вы правы, я был неправ, перебарщил. Мы дед с тобой мира и коалиция втроем против. Да. Так, а что с персом? Перс Швейцария нейтральная, да? Персы все будут караваны кидать потом. С вашего ядерного пепла друг друга там поубиваете. И восстану я! Феникс! Да, как бы шансов нет, но доиграть ведь нужно. Может даже повлиять получится на... Ой, точно, у меня же такая прикольная тема, забыл. Могу продать медовуху. Давай. Дает рост. Ч
Так, мы, как бы я на всякий случай уточняю, мы договорились, что у нас втроем коалиция против этого, англичанки и венгры. Да. У меня вопрос, мы НАТО или ОДКБ? Мы НАТО. Пиарс, а ты не хочешь в нашу коалицию? Ну, потому это даже очевидно, потому что у нас как бы Португалия, которая, я не знаю, на часть НАТО или не часть, но это точно часть Европы, которая типа западная больше. У нас Ацтек, который чисто Америка, извините. Англия, которая все... А Венгрия и Англия, которые конкретно участники НАТО, они будут ОДКБ у нас, да? Да. Они просто... Вот эта военная агрессия началась, там уничтожение, перекупка городов, грязные всякие приемы. Я осуждаю. Кто-то мне коалицию предлагал. Я если в какую-то войду, очень быстро впаду для кого-то, просто чтобы шахты поставить или типа того. Нет, я предлагаю, что Перс, ты с нами в коалиции. На стороне добра, с НАТО. Перс, принимаем без СМС регистрации. Перс, мы с тобой в союзе все группы. Мне интересно, зачем я нужен? Ну, как бы, ты дополнительная сила, дополнительный фактор, просто отвлекающий, как минимум. Пока ломают тебя, не ломают нас. Тоже, как бы, понимаешь. Звучит очень заманчиво. Ну, сразу захотелось вступить в союз. Маркетолог от бога. Ну да, это как бы моя особенность, не обращайте внимания. Чё, Перс, ты кому коалицию склоняешь? Ацтек предложение. Я себе медвуху варю. Ой, я вот эту хотел. Перс предложил. Блин, подождите, это чёртый радиус, фак. Я вообще зря сейчас потратил деньги, блин. Перс, будь нейтрален. Не соглашайся, близкий. Да, я пожалую. А, у нас еще и союз закончился как раз. Да, да. Кинул Ацтек предложение. Блин, какие-то дикие караваны на 60 монет, 12 производства просто... Не, ну у этого в лейте это просто вообще абсурд. Да, да. Да, да. Печалька. Что-то не понял, что не сломал дамбу или что? Их коалицию или нашу? Я не принял дружбу. А, я... Да, то есть ты в нейтралитете. Ну, это не... Ну... То есть, да, мне какую-то принять это быстрее. Хотя это неплохо, быстрее пойти спать. Так, вот тут у меня еще две клетки что-то не обработанные. Давайте. Англия уже вторую. Уже второй проект заканчивает. Да. By the way. Тем временем. Мне просто культурка нужна. Ничего вы не понимаете. Мы ничего не понимаем. Моя, твоя, не понимать. Так, я не понял, где мой развлекательный комплекс? Развлекательный комплекс нельзя строить в одном городе с аквапарком, да? 100%. Слушайте, а этих, вот этих в корпорациях продуктов 5 штук можно только, да, сделать там? Да. Да. Угу. То есть это ни от чего не влияет, просто 5 штук только можно, да? Да. Проценты стакаются в городе одном? Стакаются. А то есть там можно три одинаковых поставить, и там будет типа плюс 60% к чему-нибудь? Да, вот я уже два поставил, у меня уже 30%. Чефир лимитед у меня. Чефир лимитед?
Не знаю, каким образом чай повышает науку, вообще не представляю. Ртуть я могу еще представить, а чай? А мед же ее. Нет, ну ты подожди, чай это седативный препарат. Закинулся чайком и сразу умнее стал. Господи, Леша, что тебе объяснять надо? Закинулся чайком и умнее стал? Ты так себя убеждаешь, да, когда ты чай пьешь? Именно так. Это и работает. О, тут уже обратилась. Так, сейчас посмотрю Чинжу. Пошли в Чинжу, вот это последнее. Ресурс нельзя поставить на поле. О, все-таки Кардив. Ну, прямо скажем, конечно, Кардив тебе дохера давал электричество. Ну, он в свое время, да, он меня очень выручил. А сейчас уже не актуально. Ну, то есть, типа, его как бы раньше намного надо было пилить. Это без вариантов. Так, пошли, нам надо в Лиан здесь аквакультуру строить. Ах ты ж гад, сбежал. Ну слушай, Перс, это ж явно твои шпионы тут у меня. Нет. Нет? Нет. Очевидно, чьи это были шпионы. Мы только понятно, что... да. Да я могу скрин дать. Слушай, так это... Это я неправильный себе ник брал, это тебе надо кит гуинпленом быть. Так, понятно, не читал никто Гюго, ясно. Нет, не читал, даже врать не буду. Я тут это... Домашнее задание. Ты на каком-то из последних этих видео говорил, что... Или стримов, говорил, что читал... Дюну, когда Дюну это стримил, ты говорил, что типа читал первую книгу Дюны, я решил подтянуть знания английского, начал читать в оригинале Дюну. Ой, слушай, там, наверное, сложно. Я помню, что мне и по-русски как-то она так тяжеловато шла. Она, мне кажется, очень плохой перевод. Потому что я по-английски начал читать. Я, правда, первую главу прочитал только пока. Но идет нормально. Там есть типа специфичные термины, но ты просто понимаешь, что это отдельные термины, их надо по контексту понимать, и все. Так, давайте ядерку здесь. Или все-таки ракетные. Ладно. Просто ракетные крейсеры, они очень хорошо отбивают. Так. Что-то у меня. Так, подожди, стоп, у меня денег что-то дофига. Но я, наверное, робота буду покупать. Предложение от стек. И мне кажется, имеет смысл тебе еще поделиться с норвежцем этим. Я с норвежцем не могу делиться еще ничем. А, вы война еще? Да. Еще некоторое время. Ну, дед реально викинга отыгрывает до самого конца, знаешь, такой на этих, на линкорах или там на чем. Ну, на броненосцах он приплыл. На броненосцах, такие викинги, знаешь, на броненосцах. Эй! Эгегей! Готов норвежцу передать, потому что вижу, что Англия ближе к победе. Я думаю, я понял, о чем ты. Что передать? Передать от Лёши. А, да, кстати, вариант. Я думал, придать. Я еще подам. Мне осталось только одно сделать, чтобы вам друг против друга было намного ровнее воевать. Портсмут страдает. Мы реально втроем, мы вот реально сейчас втроем отстаем от этих двух.
от Венгрии и Англии. Блин, я сейчас увидел всю карту. Офигеть, конечно, сколько Венгрия места занимает, но при этом Англия типа не особо отстает, да? Так Англия сильна очень. Я думаю, что если бы кот был на моем месте, он бы всю карту разнес. Дед предложение. Ну, потому что четвертый радиус не работает никак. Отстак предложение. Там сам передашь, да? Я уже передал. Наверное, надо деду еще передать, я думаю. Дед предложение. Я не знаю, почему я строю ракетные крейсеры вместо того, чтобы их купить. Впервые вижу в ГГшке 55 послов. Нормально, Тим. На этом он эту посадил Амантик. Нет, ну да, да. Не настоящие послы, но все равно. В смысле, ну, не этими, настоящие? Ну, типа удвоен. Вот с он. Этими, с тайными сообществами можно не больше нафигарить. Нервная. Так, 20 науки нет, 42 науки, вау. А, блин. Ну, наверное, вместо рационализма давайте поставим. Не, это круто. Тут еще, видите, 42 культуры и 59 денег. Блин, 1000 науки у венгра. Держите наркомана. Надо. Держите все равно. Леш, сделка. Упс. Так, мне, кстати, и подлодки нужны современные. Я их, правда, не вижу. Что с Рапануи случилось? Они вот тут. А, вот они. Тоже, блин. С Кардифом, наверное, да, ну, надо, наверное, купить просто современные подлодки, я думаю. Венгра надо будет. Так, сейчас я доделываю ракетные крейсеры. Роботов я буду покупать. Слушайте, надо посмотреть, сколько у кого урана. Блин, всего 6, из которых 2 у ацтека, 1 у англичанина, 1 у перса. Угу. Так, ну у нашей коалиции, в принципе, урана больше. Перс, скажи, а до общевойсковой бригады тебе далеко?
это как на английском. А, вот кто на английском. По-другому. А, после улучшенной авиации. Ну там, где эти истребители, современные бомбардировщики. Я понял. Опа, уже началась война. Где мне кого убивают? Там нет. Короче, выше Перса плывут подлодки английские. Вероятно, они ко мне плывут. Почему к тебе, если ко мне, очевидно. Да ну, лол. С моря атакуется так себе, братан. Сурово поступили с Рапануи. Быть может, да. Да, блин, кого мне там все убил? А, нау. Они везде. Да, именно автом... они на автомате, да, бегают там. Нет, мои подлодки везде. Со всех сторон. Ну, надо с этим разобраться, значит. Надо сделать, чтобы их нигде не было, видимо. Хорошо. Решение английского вопроса? Да. Хорошо, что у меня хоть расположение на карте такое, что можно смотреть с попкорном на войнушке. Короче, в конце перс выиграет. Не знаю, с лимитом на ядерки вообще никак. Даже если... Так мы друга закидаем, а ты такой останешься с ядерками такой. Так, кого мне кинуть? Успею построить хоть одну... До конца очков. Я, конечно, знаю, кто-то не поднасрал. Ну что? Тебе кто-то поднасрал? Нет, мне поднасрал тем, что мои прибилды убил. Да, всего лишь два. Ну, а как ты думаешь, много надо? Так, я с религией 63 культуры имею. Нет, у меня было не только два, просто ты как бы с этой стороны всех поубивал, кто был. Угу. Могу денег дать. Слушай, англичанин, а ты хочешь с нами воевать, когда там венгер улетает? Я в союзе с венгером, у нас коалиция. Он просто считает, что его победа — это и его победа. Ну, вы поняли, короче. Мини-тиммерс. Имеет на это право. Так я не улетаю никуда, я еще даже ничего не запустил. Да, ну ты уже в нанотехнологиях. Запускай. Запускай, не бойся. Запушай. Так, вот тут где-то нам надо встречать англичанина будет. Кек. Кек? Я понял.
Так, у кого там... Так, пока так постою. Так, а как, куда мне лучше... Суицид произошел неожиданный. Да. Я удалю этих, они нафиг. Не, вот этого я бы вообще в пулеметную роту сделал, чтобы города стреляли больно. Блин, куда мне лучше... Наверное, куда-то сюда я хочу. Что это за капер эскорт сопровождения? Я смотрю, фейверк жду. Как кажут у нас на Чернівеччині, фуеверд. Серьезно так кажут? Да. Слушай, а что такое фосо? Ну, это, наверное, ров. Ну, фоса есть такое. Ну, фосо. Это ров. Ну, то есть, как знаешь, как укрепления, рвы возле крепостей были. А я, типа слышал это в таком контексте, типа, как файно. То есть, фосо, ну, типа, что-то такое клевое вообще. Может, фест? Не, именно фосо. Нет, тогда не знаю. Тоже впервые слышу вообще. Я так понимаю, что это с этой, с Закарпатья, что-то смешанное с Угорщиной. Давайте, наверное, губернатора и уберем с перса. Так, а здесь что? Вербовка партизан, время выполнения задания. О, первая ядерка! Куда, куда, куда? Где, куда, что, где? Не вижу. Куда? Ну расскажите, ну. Флакопан, Кира, пошла. Флакопан? Это кто, венгер? Ну, блин, что это за шляпа, извините меня, а? Жажа Орбан. То что случилось? Брат, ну я уже... Ты же все видишь, что случилось. Ну, типа, смысл ставить вот зенит этот? Что делать? Ставить зенит. Смысл ставить зенитки? Да. Так они у тебя даже не ЗРК. Ну, вообще, реально на этой карте смысл ставить зенитки нету. Тебе надо было ракетные крейсеры ставить. Блин, зеленым светом так неудобно играть. Короче, надо здесь... Покупать. Я не вижу, где мои юниты. Подлодки. Не надо нам покупать эти армии. Это я тут купил чисто, чтобы против англичанина. С этой стороны. А тут просто подлодки покупаем и плывем кидать ядерки. Так, это ядерка была или терма? Это ядерка. Значит, одна ядерка венгер использована. Две. Вычеркиваем две. Там блокнотик есть? Да, да. Я больше всего угораю с того, что венгер прям в меня упоролся адово. Больше так... конкурентов нету. Не надо было в лидеры вырываться. Нет, ну понятно, я в какой-то момент был лидером. Вопрос, кстати, а надо бы мне здесь тогда поставить... Блин, потому что в Порто, что в Лиссабоне надо купить ракетные крейсеры.
Я ядерки кого-то кину. И таймер можно чуть побольше, а то у меня пока там прогрузка ваших ядерных взрывов уже ничего нет, не то самое. Так, и здесь третью... Нет, это четвертая уже будет, да, четвертая ядерка. Так, здесь где-то у нас... Дед, плыви наверх около Тарса. Выше плыви, там подлодка. Дед, он уплывает. Что уплывает? Мы еще... Подлодка, там раненая подлодка, армия. Перс его капером. Ты там копья кидаешь с капера, да, в подлод? Там высунулись посмотреть в перископ. Я смотрю, я ведь говорю, нет попкорн. Ну и армии подлодок тратить ход на то, чтобы убить капера, который ее не атакует. И ни в войне смысла нету. Они чувствуют себя в безопасности. На палубе. Блин, или перебросить все-таки губеров. Убирать. О, монумент у меня не построенный. Так, кампус... А черт, я робота не купил. Я купил ракетный крейсер. Не, подожди, я где-то робота купил. Даш, я его купил и отправил. Так, давайте тут операцию Иви сделаем. Игры и развлечения зачем-то я открыл. Без понятия зачем. Синтетическую технократию пошли. Ой-ой-ой-ой-ой. Вильнус хотел, чтобы я его обратил. Интересно. Там очень много. Термоядерку Венгрия использовала. Все в меня, все в меня. Полыхают города. Предложение от стек. Ну, кстати, из Каимбры надо было перекинуть, я уже забыл совсем. Прибыль. А посмотрите, где у нас наука. Ну, Лиссабон, видимо, в Лиссабон надо. Да харе, дай походить, блин! Не, ну это прикол. Очень интересно играть. Я даже не могу просто юнит выбрать, чтобы его убрать оттуда. Ну, играйте на счет туда, чего. Ну, давайте на счет. Команды же не было. Ну, как бы можно было и догадаться, что на счет там с Лешей играть-то. Ну, там, типа, когда ты хост. Не, просто
у человека ходит 5 юнитов, я не говорю, что я не прогрузился. Я прогрузился. Я не могу выбрать даже юнит, он просто 5 юнитами сразу меня убивает. Я кликаю на юнита, он даже не выбирается, чтобы его убрать. При этом у человека 5 юнитов ходит. Получается быстро. Да получается, он в 2D сидит, понимаешь, там. Конечно. Интересно, интересно, когда-нибудь сделают стратегию, чтобы в ней воевать зависело от стратегического действия, а не от того, как ты быстро ходишь? Это пошаговое должно быть. Нет, почему? Ну так есть такая HumanKind. Пошаговое никто не будет играть, вот, ну типа это слишком долго, никто не будет мультиплеер тогда играть. Ну и типа пошаговые все равно будет очередных ходов, и у кого-то будет неспортивное преимущество в этом вопросе. Ну, тут я не согласен. Ты как бы. Ты просто заранее знаешь, кто будет первый ходить. Это не неспортивное преимущество, а типа у нападающего преимущество, потому что он нападает. Ты решил меня самолетами забомбить? Именно ими решил забомбить. Так, давай, Мир. Ну и ты, братан, видишь, я тут немножко это занят. Ты там кидай, я приму с радостью. О, дед, ты пришел дроном меня пугать? Да, а ты че, не испугался? Здорово. Блин. Вот тебе пес. Если это Байрактар. Так, надо ли мне куда-то послов отправлять? Да не особо. Ну, Мехико может. Ну, тут венгер. Я когда ему объявлю войну, это все равно все уйдет. А, давайте просто в Занзибар 3 штуки. Да куда долетело? Блин, у меня там космопорт строился, ты че? Ой, бедный ты несчастный, весь континент... Ты так расселился, братан, ты понимаешь, по сравнению с тобой китайцы... Я сам два человека убил. Блин, был бы ракет побольше, конечно. Нет, ты понимаешь, я как бы, может, два человека ты убил, но, во-первых, венгер то же самое сделал, два человека убил. Но помимо того, что... Я про венгера и говорю, что он два человека убил. Но мало того, что он два человека убил, так он еще... Тут у него тоже расселение такое офигительное просто. Так, давайте... Подлодки купим. Там уже 3 проекта. Военные роботы идут. Где? Да я вижу. Точно! Если нельзя строить ядра, можно строить роботов. Ну да. Конечно. Как я мог забыть? Ура, да. Нахуй еще жрать. Да. Если есть уран, то почему не поставить? У этого-то точно там уран целый вагон. Так, считать надо, нет? Мне не надо. А, ну тогда нет. Если с дедом, то может быть, я не знаю, вы там воюете? А мы не можем воевать, мы в дружбе. Мы дружим. А, дед, а что ты не сказал? Я тебе говорю, убей подлодку. Изображает, как будто, типа... Дед еще тот хитрец. Что? Что? Где подлодка? Не вижу, не вижу. Ну, дедушка, ну, подслеповат, ну, бывает. Возраст уже сказывается, в конце концов, да? Ну, ты пальцем тыкни. Бум! Ну, честно говоря, просто моя оборона уничтожена фасткликом каким-то. Очень интересно, очень.
Я не понимаю, Ацтек, где твои подлодки? Так, давайте тут покупать строителей. Так, строители куплены, надо еще, наверное... Сюда поплывем всеми этими. Ну, это просто, просто прикол. Просто вы сами видели, как мне уничтожили армии подводных лодок, когда я не мог вообще походить даже. Очень интересно. Я не думаю, что с этой стороны имеет смысл строить подводные лодки. Я бы просто делал исследовательские гранты, а подлодки покупал с этой стороны. То есть нам надо где-то вот тут оплыть по мини-карте, отсюда в Англию хреначить. Так, давайте в Лондон отправим. Так, я такое предлагал? Так, мне, кстати, тут космопорт интересно разграбил. А, меня бьют, поэтому не могу, собственно, берем. Да мне уже не надо, я уже все, я уже приехал, братан. Там еще по дну под Наландой ползет флотилия. Да, уже нет, ну типа я в Лейте просто балл играл, я плохо представлял себе, как это вообще происходит. Я неправильно много вещей сделал, а будущее учту. У тебя не было подлодок. Это я... Не, про подлодок не надо мне рассказывать. И, слушай, ты это... уже выиграл, не надо, пожалуйста, дальше. Я тебе говорю, что ты не так сделал. Нет, нет, брат, ты про... Нет, брат, ты не говоришь, ты... Даже если пытаешься из добрых побуждений, в данный момент времени это выглядит как... Некоторые формы издевательства утонченные. Даже если ты, я понимаю, что ты не пытаешься издеваться, но выглядит это именно так. То есть я как бы прекрасно понимаю, какие у меня были ошибки. Я сейчас, ну, типа, расстроен своим поражением. Ладно, давайте. И его надо будет переварить. Пока я не строители. Готов свои ошибки. И во флоту мне и так все прекрасно понятно. Это может даже не упомянуть. Так, что тут сделать? А что там? Стоп, дипломатическая победа. Так, за демократия, демократия. Да, я ни за что не могу голосовать, я проголосую за автократию. За автократию? У меня один голос. Пускай автократия получит универсальную ячейку. А это у вас из-за того, что у вас эти столицы, так у вас там минус дикий. Да. С венгром. У меня вообще минус 30, по-моему. Минус 20. Блин, а кого каких великих людей? Торговца. Лёш? Я голосую еще. А, окей. Я так понимаю, Лёш еще рассчитывает на победу. Он думает, что отобьется. Ну, я не знаю, они там вдвоем улетают, если они планируют. Нет, просто они нападать. Типа, готовы... Нет, они, у них как бы совместная победа. У них не важно, кто улетает, они считают, что они оба победили. Всё, нет, мы соревнуемся. А, да. То есть вы соревнуетесь. Но мы соревнуемся чисто на уровне. Так, подожди, что-то я... Меня, я говорю, если бы были ракеты, наверное, в нормальном количестве. У меня есть ракеты на одного человека, все.
Вот. Венгр свои ракеты потратил на меня. Нет, еще не все. Ну, еще не все, но большую часть. У меня еще есть 4 ракеты. Притом с них 3 термоядерные. Так это... Ну, здесь столица захватила, можно 3. А, окей. Но в меня он кинуть точно не успеет. А давно вы союз заключили? 15 ходов до конца союза. Мы... Кто-то за 15 ходов точно улетит. Есть чем мою столицу захватить, Венгр? Ну, я ставлю на то, что Венгр улетит за 15 ходов. Ну, я вообще не вижу. Вот. Он уже в умных материалах. Это не важно. Великая Персия вступила в космическую гонку. Ну все. Ребята, сдаемся. Дальше, как мне видится, нету смысла показывать, потому что я потерял все шансы на победу, только зря время ваше отнимать. Победил же здесь Венгр. Просто улетел в космос, да. Ну, честно говоря, меня расстроила игра Англии в конце, то есть использование 2D-режима, чтобы просто не давать возможности моим юнитам ходить, а потом удивляться, типа, что такого. Ну, кто не в курсе, объясню. Если вы переключитесь в 2D-режим, а ваши соперники будут играть в 3D, то вы успеете всеми вашими юнитами походить, какие возможно. Ну, понятно, что надо быстро кликать, но, тем не менее, это не так, как в пятерке, когда 2D дает только скорость первого клика, но не отнимает возможность у соперников 3D убирать юниты. В общем-то, вы видели в записи, как человек 5 юнитами смог спокойно убить 2 моих армии, армады, а я даже не мог ими походить. Ну, а второй момент, получилось, что он сыграл на победу Венгра, потому что он Венгру ничего не мог сделать, у него уже не было ядерок для того, чтобы в него кинуть, а меня он остановил. В общем, надо, видимо, вводить правило не играть в 2D-режиме. По развитию, конечно, были некоторые проблемы. Никогда не хорошо появляться на отдельном континенте, тем более для Португалии. Важно встречать соседей, чтобы было больше караванов. Но из того, что у меня было, мне кажется, я выжил максимально возможное. Ваши впечатления, конечно же, жду в комментариях. И спасибо, что посмотрели эту партию полностью. На этом все. Играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!